У нас-то проблема с Грузией, я имею в виду не у нас с вами, а у российской элиты, проблема с Грузией в другом. Это проблема в системности, это проблема в разных цивилизационных векторах. Просто Россия выбрала свой вектор, этот вектор пока что вектор в прошлое. Ну, как по-иному назвать единовластие, которое требует своего обоснования, своей легитимации в постоянном державничестве, в постоянном поиске сателлитов и сфер влияния. Вот это российский вектор, который трудно назвать вектором 21 века. И с другой стороны, Грузия отнюдь не при Саакашвили, а уже, кстати, при Шеварнадзе, выбрала иную траекторию движения. Выбрала траекторию движения в Европу. И, кстати, Федор лучше об этом знает. Грузия, пожалуй, является наиболее европейской из многих новых независимых государств. И, пожалуй, более европейской страной, чем Россия. Это в каком году? По крайней мере, в начале 12 века крестоносцы вместе с Давидом Строителем, кажется, боролись с турками-сельджуками. Это в европейских столицах, когда у нас не знали слова «Грузия», читали «Витязя в тигровой шкуре». То есть уже тогда Грузия, во-первых, имела государственность, во-вторых, была эта страна христианской, и в-третьих, она принадлежала к европейскому дискурсу тогда еще, начало 12 века. И поэтому грузины помнят эту прерванную государственную традицию, которую они хотят возродить, разными, иногда не очень умными способами. Поэтому, прежде всего, вот этот вот разный цивилизационный вектор и является причиной вот этих драматических коллизий, которые происходят между двумя странами. Что означает, что если уйдет Путин и Медведев, и уйдет Саакашвили, возможно, мы можем прийти к какому-то прагматизму в отношениях. Скажем, как Россия и Польша сейчас выравнивают отношения, Россия и Украина, несмотря на наличие системных проблем, смена лидеров. Вот. Хотя и очень трагические обстоятельства сопутствуют этому в отношениях между Россией и Польшей. Но я не уверена, что смена лидеров в Тбилиси приведет к сотрудничеству и, скажем, к партнерству между Москвой и Тбилиси. В силу вот разного вектора. И в силу того, что раньше, Виталий, Россия была для Грузии мостом в Европу, а сейчас стала забором. Ты готов? Я только одному. Я совершенно с этим согласен. Сводить все к личным отношениям – это очень большое упрощение. Сводить все к последним 15-20 годам – это мало, хотя за эти годы происходило очень много. Вот на твой изначальный вопрос, зашли ли отношения в тупик в августе 2008-го, нет, конечно, они зашли в тупик гораздо раньше. Они заходили в тупик последовательно, я бы сказал, с 89-го года, когда, значит, в Грузии... В Гунсахурде, а дальше было наслоение взаимных глупостей, ошибок, преступлений и просчетов. Но, конечно, вот это вот то, о чем сказала Лиля, это государственная традиция Грузии, уходящая далеко в прошлое, что отличает ее от очень многих других постсоветских стран, это принципиальная вещь. И от этой памяти грузинская элита не откажется. Вопрос в другом. Россия – забор. А за забором что? Разве Европа сегодня на что-то способна? Спасибо. Это было мнение Лили Шевцовой и Федора Лукьянова. А сейчас мы послушаем.